Сегодня... Рады, что сюда вошли. Горит рай? Да, да. Сегодня вообще день такой, ну, волшебный. Во-первых, сегодня из Пьехи познакомились, столько сегодня радости принесли, и сегодня столько радостных глаз видели, для ветеранов поиграли. Уникальный день, 26 января 2011 года. Накануне. Сегодня, да, накануне, вот завтра день снятия блокады, и сегодня мы попали просто фантастически в такую уникальную семью Алексеевых, музыкальную семью, большую семью. Я им хочу сделать такой подарок музыкальный. Прошлый год я сочинил песню для своего... Ну, для своей семьи. У меня четверо детей. Здесь. Мы выступали в конкурсе «Лучшая семья России». Мы попали в 12 лучших музыкальных семей России, но я думаю, там про вас не знают. Это надо обязательно вам в этом конкурсе учиться, потому что вы первое место там займете. Мы попали как бы в полуфинал. 12 музыкальных семей. Вот с этой моей песней. Я думаю, что вам надо переписать тоже и будет учить. Пусть играет музыка по кругу, про надежду, веру и любовь. Поглядим в глаза с тобой друг другу и не сможем оторваться вновь. На стене иконы с образами, хлеб и соль за праздничным столом. Этот дом построили мы сами, этот мир придумали мы сами. Эту жизнь мы выбирали сами. Так давай, хорошая, споем про то, что есть особое богатство. На нем и держится земля, она основа государства. Большая дружная семья. Коль будем вместе, наживем богатство, родятся дочки, сыновья, и будет мир, и будет братство, и будет вечно жить земля. Пусть порой бывает очень трудно, лень и скука наш заклятый враг. Мы ведь понимаем обоюдно, счастье не дается просто так. Но пошлет в награду за терпение, за морщинки эти на руках. Нам с тобой добра и вдохновения, радости, здоровья и везения. Долгих лет удачи и веселья, ангелок, живущий в облаках. Ведь есть на свете главное богатство, на нем и держится земля, она основа государства, большая дружная семья. Коль будем вместе, наживем богатство, родятся дочки, сыновья, и будет мир, и будет братство, и будет вечно жить земля. И будет мир, и будет братство, и будет вечно жить земля, коль будет дружною семья, то будет вечно жить земля. Была многодетная семья. Да, молодцы, ребят. Ну, вы молодцы просто. На вас надо равняться всей России, всем семьям России равняться. Вот это действительно. Я такие стихи сочинял. Я провел тысячи свадеб. 30 лет с лишним я играю на свадьбах. И всегда молодоженам желаю, чтобы было много детей. И вот такие стихи сочинил. Машите все. Да. Машите. Такие стихи. Да, сочинил такие стихи. Я подскажу, как нужно жить, чтоб гнев Господний не навлечь, народ от гибели спасти и православие сберечь. Все начинается с семьи. Она земли святой исток, опора истинной любви, спасение чудный островок. Семья – основа всех идей, а в жизни – главная страница. День свадьбы в памяти людей с большой, как говорится, радостью хранится, с особой нежностью хранится. Поэтому всегда на свадьбах я желаю. Ребята, самое главное, есть богатство, а есть ценности.
Вот это две разных вещи. Богатство — это там машины красивые, деньги, красивые вещи, дачи там. Вот. А ценности, вечные ценности — это семья, это любовь, конечно, это уважение, это добро, которое мы несем. А музыкальные инструменты — идет энергетика. Там, поэтому я говорю, мы не болеем, потому что вот после каждого концерта люди подходят к нам, здороваются, говорят: ребята, от вас током бьет. Я говорю, настолько энергетика, просто вот вдохновлен. Я ставил свои стихи, почитайте мои стихи. Хорошо вам. Концерты, мы как заочно познакомимся, и теперь уж будем приезжать в Питер и будем вас навещать. 10 детей, все братья и сестры. Это только младшие колени, а еще четверо сопер. И пятеро старших. Да. Семья. Да здравствует семья Алексеевых! Ура! Молодцы, ну давайте чай пить.